творчестве любого автора, композитора, исполнителя всегда есть одна песня, которая попадает в народ. И вот забрать ее обратно уже невозможно. В творчестве, в союзе, можно сказать так, творческом Ольги Виор и одной замечательной певицы родилась потрясающая нежная песня под названием «Лебедь белая», которая уже звучит 15 лет на ведущих радиостанциях и занимает всегда первые места в топ-чартах. Сегодня, к сожалению, исполнительница Юлия Михальчик не смогла быть на этом празднике, но она прислала нам видео поздравления. Все внимание на экран. Дорогая Оленька, я, к сожалению, большому моему, не смогу поздравить тебя лично с твоим праздником. Ты знаешь, как я отношусь к тебе? Я считаю, что безусловно талантливо, красиво, лучезарно. В общем, невероятно творческий человек, и мне супер повезло, что у меня есть песня на твои стихи «Наша», «Сильно, смело, лебедь белая». Дай Бог тебе такого же красивого жизненного полета, как у нашей лебеди. С днем рождения, моя дорогая! Муа! Но песня на стихи Ольги Виор «Сильная, смелая, как лебедь белая» представит моя коллега, лауреат всероссийских и международных конкурсов Галина Зверкова.